Так, ребята, всем привет. Осваиваю токарку по дереву. Короче, что? Делал я, появился у меня токарник. Два слова так скажу. Появился у меня токарник давным-давно. Стоял я его, использовал для резьбы по дереву и так дальше. И тут недавно приобрел моторчик, поставил так и так. Ну, оказывается, у меня резцов нету токарных. Купил резцы. Короче, в принципе, изначально планировалось, что токарник мне нужен не для меня, собственно, да. Ну, есть человек, который токарит, и вот он должен был бы токарить. Ну, а тут немного, он, конечно, еще будет, наверное, токарить. Но тут я, конечно, загорелся этим делом. Мне стало это интересно. Конечно, приобрел резцы токарные. Вот, вытащил уже такую ручечку для стамески. Мне очень нравится такая форма ручки. Ну вот, решил, у меня есть еще стамеска без ручки, уже заточенная. Вот. И вот начертил такую ручку, немного больше, немного, принцип тот же самый. Будет выточена, немного под конусом. Вот размеры, какие должны быть. И сейчас буду токарить. Вот, сделал такую заготовочку с обрезков. Здесь орех, клен, орех. Ну, мне хочется немного вот так сделать. Под таким немножко углом, чтобы шли вот эти, вот где-то так, хочется симпровизировать, раз уж так идет дело. Ну, что, это я делал вовсе без чертежа, без ничего, так что получилось, то получилось. Ну, это, можно сказать... это была у меня первая работа, там финтиклюшку такую делал, это была вторая такая работа, это так, импровизация. А вот здесь уже серьезная работа, здесь уже есть чертеж, и нужно придерживаться максимально. Ну, конечно, будем, если что, можно будет куда-то сдвинуться, там. Это не столь принципиально, да, сам себе ставлю задачу, сам могу... И изменить эту задачу. Что я делаю? Сейчас трогану эту заготовочку и торцану, наверное, где-то так под углом. И будем начинать токарить. Так, ну что? Вот забацал такой брусочек. Да, тут запасом дал немного. Видите, какая будет интересная. Как по мне, очень интересная ручечка должна получиться. Ну вот я отпилял, размечал, короче, что-то такое. Ну вот. Ну, сразу зайду вперед. Это я учусь токарить, ребята. Так что, если что-то не так, вы пишите. Можете что-то мне подсказывать. Я вот решил завести такую рубрику. Думаю завести такую рубрику. Скажем, учусь токарить, к примеру. Да, тут, конечно, нету. Вот. Сам я учу резать резьбу по дереву. Вот, и решил немного поучиться токарному ремеслу. Вот. Так что где-то так. Ну что, приступаю я к токарному. Вот наша заготовочка, вот наш чертеж. Будем токарить. Ну вот, ребятки. Такой примитивненький токарник, да. Передняя бабка, задняя бабка, подручник.
Ну, сейчас монтирую. А, вот мои резцы токарные. Ну, я уже демонстрировал на канале. Есть видео по этому инструменту. Кому интересно, посмотрите и так дальше. Да, ну, будем работать вот. Так, ну что, ребятки, зажал как будто. Ну, вы видите, у меня подручник, конечно, не ухты. Но есть то, что есть. И сейчас будем немного точить. Это для меня очень трепетный момент. Ну, скажу сразу, что резцы я ничего не точил, как их взял. Ну, не было даже времени. Потому и буду точить так, как есть, ну. И как будто более-менее острый, посмотрим. Короче, ребятушки, что-то у меня получается. Ну вот, как будто конус. Ну, я доволен. Короче, поехали дальше. У нас тут отступ сюда идет. Так, у нас тут 15 миллиметров. Сюда есть, сюда 30, сюда 30, окей. Даже не знаю, немного большая ручка выглядит. Выглядит как будто немного большая. Ну, посмотрим. Вот это для такой стамески. Ну, сниму грани. Я думаю, будет очень даже неплохо. Да, еще тут чуток сниму. И посмотрим.
Ну вот где-то так, где-то так. Может, булечку еще больше сделать. Ну ладно, достаточно. Это я уже сниму. Так, сейчас прошлифую здесь и здесь. Тут я буду рубаночком состругивать. Здесь не надо ничего шлифовать. Ну что, ребятушки, вот такая ручечка, ха-ха. Ну теперь здесь надо будет состругивать рубаночком, и я немножечко протупил. Не знаю, как мне получится. Здесь будет против волокон, здесь за волокнами. Да, ну посмотрим. Да, бабка нагрелась. Здесь подшипники. Здесь какие-то отверстия есть. Не знаю, может, это для смазки. Напишите, подскажите. Вот. Такое качество. Ну, это вообще впервые я снимаю видео по токарке. Да, ну что, снимаю и буду работать рубаночком. Да, немножко мазнул. Здесь. Ну, я думаю, достаточно уже. Вот такая ручечка получилась. Здесь немного острые грани. Но я сейчас шлифану слегонца. Здесь слегонца шлифану. Ну, вот такая ручечка. Как по мне, очень даже прикольненькая. Ну, посмотрим. Так, ну вот, друзья. Получилась вот такая ручечка. Вот здесь я уже зашлифовал, срезал. Здесь тоже. Вот. Если посмотреть. Ну, по чертежу. Ну, длина та же самая. Ну, где-то чуть-чуть длиннее, да. Ну, и тут немножко не так сделал. Ну, как по мне, мне кажется, что нужно было, если брать в руку, да, вот, вот, напоминаю, будет вот эта стамеска. Кажется мне, что нужно было еще больше снять. Может быть, вот где-то даже вот так. Вот. Больше. Ну, посмотрим, в принципе, как она себе покажет. Но мне понравилась вот эта комбинация. Знаю, может, попробую слегонца маслячком пройти, чтобы выделить текстуру один раз. Вот. И сейчас присажу стамесочку и на ночь оставлю. А завтра прийду и покажу вам, что получилось. Ну что ж, друзья, настало утро следующего дня. Вчера я проточил вот и ручку вот эту и поставил на, ну, засверлил и поставил стамеску в ручку, то есть запрессовал. Клеил я на ПВА,
работает нормально, проверенная уже годами. Вот, вот такая ручка, напомню, комбинированный орех и клен. Вот так мне захотелось. Ну, как по мне, очень удобно вышло, вот, с гранями. Я их сделал достаточно такими мягкими. Ну, хочется более контрастней, чтобы было. Да, и вот я взял все-таки маслячком слегонца. Вот, пропитаю. Мне кажется, оно будет более изящней, скажем так. Вот. Короче, мне нравится, конечно. С маслячком, как говорится, с маслячком она выглядит вообще шикарно. Просто шикарно. Да, ребятушки. Мне даже нравится. Наверное, я возьму себе на вооружение такой принцип склейки для ручки. Ну, посмотрим, как она поведет себя в работе, насколько будет устойчиво. Так как я здесь не даю колец, не хочется мне заморачиваться с кольцами. И, ну, я не вижу в этом большого резона. Скажем так. Почему? Потому что если качественно присажена ручка, то будет нормально работать. Это уже проверено годами. Ну вот так выглядит. Ну, минут через 15 я вытру остатки. Ну, очень даже неплохо. Ну, мне кажется, что может немножко надо было сделать более деликатней. Ну, у меня небольшая рука, так что такое. Так что, друзья, жду ваши комментарии по поводу моей токарки. Ну и, конечно, подписываемся на канал и оцениваем видео, нравится, не нравится вам. Вот такая ручка, такая токарная работа. Как рубин блестит. Ну все, встретимся.